А на каком из этих видео паровоз? Молодец! Паровоз здесь. Редкий паровоз 20-2109 с поездом Победы. Отлично, едем дальше. А какой железнодорожный транспорт напоминает пожарную машину? Прекрасно. Это убираем. Пожарная машина и односторонний трамвайный вагон. Давай посмотрим трамвайное видео. Прекрасно. Поехали дальше. А здесь один из поездов очень напоминает трамвай. Сможешь найти его? Браво! Трамвай и мотовоз. Посмотрим видео с мотовозом. Прекрасно! Поехали дальше. А ну-ка посмотри внимательно, какой поезд тебе напоминает полицейский автомобиль. Молодец! Правильно! Полицейский автомобиль и паровоз. Посмотрим паровоз на видео. Здорово! Посмотрим, какие поезда ждут нас дальше. А сможешь найти транспорт голубого цвета? Конечно, голубой здесь электровоз ЭП-1М. Едем дальше. А угадай, где здесь электровоз ВЛ-10? Правильно. Электровоз ВЛ-10. Отлично, следующий вопрос. А давай найдем здесь пригородный поезд Р-9. Турбокласс. Пригородный электропоезд Р-9. Посмотрим на его сигнал. А мы едем дальше. Найди красавец электропоезд «Ласточку». Прекрасно! Электропоезд «Ласточка» прибывает на вокзал. Покажи, на каком видео движется контейнерный поезд. Правильно! Молодец! Контейнерный поезд! Вот он! А какой здесь поезд черного цвета? Превосходно! Черный паровоз. Отлично, поехали дальше. А найди электровоз здесь. Правильно. Электровоз Р-2 в Латвии. Великолепно. Поехали дальше. Здесь есть дизель-поезд Штадлер Флирт. Найди его. Прекрасно. Дизель-поезд Штадлер Флирт.
Посмотрим, как он сигналит. Здорово, поехали дальше. Посмотри внимательно и найди такси. Замечательно. Такси. Здорово. Мы едем дальше. А какой поезд тебе напоминает автобетоносмеситель? Здорово. Автобетоносмеситель и электропоезд. Здорово. Посмотрим видео с электропоездом. Отлично. Поехали дальше. Какой из этих поездов напоминает лесовоз? Молодец. Лесовоз и снегоуборочный поезд. Отлично. Посмотрим видео со снегоуборочным поездом. Посмотрим, какие поезда ждут нас дальше. Смотри, какой из этих поездов напоминает тебе грузовой автомобиль? Молодец! Конечно! Вот. Это грузовой автомобиль, фура и газотурбовоз. Прекрасно. Посмотрим на газотурбовоз на видео. Хорошо, поехали. Привет. Дальше. Здесь есть поезд красного цвета. Сможешь найти его? Правильно. Фуникулёр красного цвета. Молодец. Подписывайся на канал и поехали дальше. Покажи паровоз. Да ты молодец, правильно. Французский паровоз. Давай найдем метро в Гамбурге. Превосходно! Метро в Гамбурге. Посмотрим его на видео. А теперь найди, где движется гоночный автомобиль. Отлично! Гоночный автомобиль. Непревзойденно. Поехали дальше. А теперь попробуй найти коричневый железнодорожный транспорт. Отлично. Коричневый здесь трамвай. Это в Будапеште. Посмотрим видео с трамваем. Здорово, великолепно. А давай найдем электровоз ВЛ. Правильно. Электровоз ВЛ-10-1038 с грузовым поездом.
Здорово. Поехали дальше. А где спрятался поезд, который похож на грузовой автомобиль? Здорово. Великолепно. Убираем кабину. Это грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros. И электропоезд «Ласточка». Посмотрим электропоезд «Ласточку» на видео. Превосходно! Турбокласс! Среди этих неправильных картинок есть поезд, похожий на автобус. Найди его. Молодец! Правильно! Автобус и тепловоз. Прекрасно. Посмотрим тепловоз на видео. Здорово, великолепно. Какой из этих поездов похож на автобус? Правильно, отлично. Это автобус Эколайн Минск и динамик подбивочный экспресс. Здорово. Давай теперь посмотрим динамик подбивочный экспресс на видео. Подумай, какой поезд напоминает самосвал. Отлично. Убираем кузов. Это самосвал КамАЗ и электровоз ЧС-7. Посмотрим на электровоз ЧС-7 на видео. Хорошо, едем дальше. А сможешь угадать, где здесь скоростной электропоезд? Отлично! Это германский скоростной электропоезд. Отлично, едем дальше. А сможешь найти мне трамвай? Молодец! Это трамвай. Общественный транспорт Цюриха. Посмотрим на его прожектор. Так, отлично. Следующий вопрос. Вспомни, как выглядит внедорожник. Какой из поездов напоминает внедорожник? Правильно! Внедорожник и рельсовый автобус. Здорово! Посмотрим видео с рельсовым автобусом. Отлично. Какие у нас следующие поезда? А теперь угадай-ка, где движется мотоцикл. Превосходно. Мотоцикл здесь. Прекрасно. Следующий. Так, теперь покажи мне поезд, похожий на троллейбус. Отлично! Правильно! Это троллейбус и электровоз. Посмотрим электровоз на видео.
это электровоз 2E S6 Синара. Ремонтный поезд везет мотовозы и два грузовых полувагона. Прекрасно. Едем дальше. А теперь подумай и покажи серый транспорт. Здорово! Серая железнодорожная цистерна. Посмотрим железнодорожную цистерну на видео. Поехали дальше. Найди канатную дорогу. Правильно. Канатная дорога. Это фуникулёр на канатной дороге. Здорово. Поехали дальше. Посмотри, где спрятался железнодорожный транспорт Индии. Молодец. Индийский железнодорожный транспорт. Посмотрим на видео. Великолепно. Едем дальше. А теперь давай найдем самолет. Молодец. Самолет. Это сухой Суперджет 100 Red Wings. Великолепно. Следующий вопрос. На одном из этих видео движется электричка. Найди ее. Правильно. Электричка. Здесь. Хорошо. Едем дальше. Подумай и покажи, какой поезд напоминает военную технику. Непревзойденно. Это ходовая часть, а это боевая машина пехоты, БМП-3, и паровоз. Посмотрим паровоз на видео. Хорошо, поехали дальше. Какой из этих поездов напоминает мусоровоз? Конечно, молодец. Мусоровоз и электровоз. Отлично, посмотрим видео с электровозом. Прекрасно. Поехали дальше. Ну а здесь легко. Здесь надо найти поезд, похожий на автоцистерну. Правильно. Молодец. Это автоцистерна для наливных грузов и железнодорожная цистерна. Прекрасно. Посмотрим видео с железнодорожной цистерной. Отлично. Поехали к следующим поездам. А теперь угадай, какой транспорт белого цвета. Превосходно. Белый скоростной поезд. Дальше. Давай найдем здесь монорельс. Отлично. Монорельс. Монорельс в Германии. Город Дортмунд.
Хорошо, поехали дальше. Где у нас здесь французский скоростной поезд? Браво! Французский скоростной поезд TGV. Посмотрим его сигналы на видео. Великолепно! Едем дальше. Угадай, на каком из этих видео фуникулёр? Превосходно! Фуникулёр! Канатная дорога в сочинском дендрарии. Здорово, поехали дальше. Посмотри на эти видео и покажи городскую электричку. Превосходно! Городская электричка Эт-9М-100. Отлично, мы едем дальше. А какой поезд похож на самолет? Молодец, тепловоз. Фюзеляж от самолета убираем, это самолет и тепловоз. Давай посмотрим тепловоз на видео. Здорово, поехали дальше. А здесь один из поездов напоминает самолет. Найди его. Непревзойденно. Самолет и Сапсан. Прекрасно. Посмотрим видео с Сапсаном. Здорово. Поехали к следующим поездам. О, а здесь есть поезд, похожий на инкассацию. Найди его. Здорово! Машина инкассации Ford Броневик. И дизель-поезд. Прекрасно. Посмотрим на дизель-поезд на видео. Ох, как быстро пролетел. Отлично, едем дальше. А здесь есть синий поезд, найди его. Превосходно, синий тепловоз. ТМ. Давай к следующему вопросу. Покажи, где здесь контейнерный поезд. Здорово! Контейнерный поезд. Хорошо, следующий вопрос. Давай найдем здесь легкорельсовое метро. Конечно! Легкорельсовое метро, метро Транзит. Смотрим, какие у него сигналы. Хорошо, поехали дальше. Вспомни, как выглядит скорая помощь и найди ее. Превосходно! Машина скорой помощи. Класс, давай дальше. А здесь есть матриса. Найди ее. Грандиозно! Матриса H2. Самая короткая электричка РЖД.
Переходим к следующему вопросу. А сможешь найти поезд, который похож на лодку? Правильно. Убираем. Это круизный парусник Рояль Клиппер и поезд Фудзику 2000 серии. Посмотрим видео. Отлично, едем дальше. Какой из этих поездов похож на вертолет? Великолепно! Вертолет и фуникулер. Браво, ты лучший. Посмотрим видео с фуникулером. Здорово. Поехали дальше. А теперь найди и покажи мне поезд, похожий на лимузин. Здорово. Правильно. Это у нас лимузин Хаммер и Аэроэкспресс. Посмотрим Аэроэкспресс на видео. Отлично, поехали дальше. А где спрятался фиолетовый поезд? Правильно. Фиолетовый здесь пассажирский локомотив-тепловоз. Давай дальше. Покажи, где движутся железнодорожные цистерны. Молодец! Железнодорожные цистерны для перевозки сжиженных газов. Здорово, поехали дальше. А теперь найди пригородный поезд Virginia Railway Express. Конечно, правильно. Пригородный поезд Virginia Railway Express на юге в Арлингтоне, штат Вирджиния. Хорошо, следующий вопрос. А на каком из этих видео едет пожарная спецтехника? Да, правильно. Пожарные машины. Отлично, следующий вопрос. Посмотри на эти видео и найди мотовоз. Превосходно! Мотовоз здесь. МПТ 41-323. Поехали дальше. Подумай, какой из этих поездов похож на скорую помощь? Правильно! Дизель-поезд. Кузов скорой помощи и скорая помощь. Дизель-поезд. Прекрасно. Посмотрим на дизель-поезд на видео. Здорово, поехали дальше. Смотри, здесь один из поездов похож на теплоход. Найдешь его? Великолепно!
Конечно. Вот, монорельс напоминает теплоход. Теплоход и монорельс. Отлично. Посмотрим видео с монорельсом. Отлично. Поехали дальше. А где здесь желтый поезд? Правильно. Желтая выправочно-подбивочно-рихтовочная машина. ВПР-02М. Поехали дальше. А найди, где здесь электрическая железная дорога в Адакю. Правильно. Электрическая железная дорога в Адакю. Отлично, едем дальше. А как ты думаешь, где скоростной поезд Айс? Прекрасно. Скоростной поезд Айс в Германии. Посмотрим на его блики. Прекрасно, поехали дальше. А ну-ка угадай-ка, на каком из этих видео можно увидеть лондонские автобусы? Превосходно! Лондонский двухэтажный автобус. Прекрасно. Поехали дальше. Теперь найди розовый поезд. Молодец! Розовый японский электропоезд. Поехали дальше. А найди, где здесь электрическая железная дорога в Адакю. Правильно. Электрическая железная дорога в Адакю. Отлично, едем дальше. А как ты думаешь, где скоростной поезд Айс? Прекрасно. Скоростной поезд Айс в Германии. Посмотрим на его блики. Прекрасно, поехали дальше. А ну-ка угадай-ка, на каком из этих видео можно увидеть лондонские автобусы? Превосходно! Лондонский двухэтажный автобус. Прекрасно. Поехали дальше. Теперь найди розовый поезд. Молодец! Розовый японский электропоезд. Поехали дальше. А ну-ка, угадай-ка, где здесь метро? Превосходно! Это метро. Город Ливерпуль в Великобритании. Хорошо, поехали дальше. Подумай и покажи, где поезд Амтрак. Отлично. Это поезд Амтрак.
железнодорожный транспорт для пассажиров, путешествующих на дальние расстояния. Поехали к следующему вопросу. Давай найдем скоростной электропоезд ICE. Молодец! Первый германский скоростной электропоезд семейства Intercity Express. Отлично, следующий вопрос. Смотри, а здесь есть поезд, похожий на скорую помощь. Найди его. Молодец! Правильно. Это реанимобиль, газель Next и трамвай. Посмотрим трамвай на видео. Превосходно. Поехали дальше. А теперь подумай и покажи зеленый железнодорожный транспорт. Правильно. Молодец. Зеленый электропоезд ЭД-4М. Посмотрим электропоезд на видео. Дальше. А сможешь найти дизель-поезд? Конечно. Дизель-поезд. Дизель-поезд в Германии. Прекрасно. Едем дальше. Найди метро в Индии. Великолепно. Метро Ченнаи в Индии. Посмотрим видео. Давай к следующему вопросу. А здесь есть польский поезд ТЛК. Найди его. Превосходно! Локомотив 754-037-0. Водолаз. Здорово! Поехали дальше. А сможешь найти оранжевый поезд? Прекрасно. Оранжевая автоматриса.